Храс, как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Но что же тут загадочного? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой. Не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... Да, но... Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал, вместе с академиком Сеченовым? Ну, чертовщина какая-то. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я в курсе. Что сделает гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на примерную сетчатку вашего глаза.
Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально-автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо.
кабеля. Если меня кто-нибудь слышит, роботы послетали с катушек. Они вырезали пол деревни. Тихо, блядь! Ах ты, ослоёбина! Чтоб тебе сралось! По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Крас. Ее можно обойти. Неделю атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. Твою мать, откуда они вообще берутся? Робот-шмель доставляет их с ближайшей автофабрики.
Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого — как-то подключиться к камере наблюдения. К сожалению... Будьте внимательны, майор! Враг поднимает уровень тревоги! Предстоит жаркая схватка. Противников все больше!